Итак, мы на поле. Включены прожекторы. Кажется, я хорошо освещен. Это удобный бэттер. Ты видишь мяч. Он освещен слева, справа, спереди, сзади. И сколько энергии нужно для освещения такого зрелища? 1 мегаватт или 1 000 000 ватт? Что касается электрической лампы, существуют десятки патентов. Но не хватает воображения и необходимых умений. Лампочка Эдисона — не столько целостное изобретение, сколько комплект мелких, но искусных усовершенствований. Смотрите документальный фильм и узнаете, как мы до этого додумались. Со Стивеном Джонсом. На канале «Наука 2.0».